Мы просыпаемся вместе, даже если уснули в разных местах. Мы идем ставить кофе под Элвиса Пресли. Кофе сбежал под пропеллер. Ах, и мое сердце остановилось, мое сердце замерло, мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Звездой в Голливуде, не выходишь на подиум в нижнем белье. У тебя не берут автографы люди, и поешь ты чуть тише, чем Монсеррат Кабалье. Но так и я, слава богу, ни Рики, ни Мартин не выдвигался на Оскар, французам не забивал. Моим именем не назван город на карте, но задернуты шторы и разложен диван. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло, мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Я наяву вижу то, что многим даже не снилось, не являлось под кайфом, не стучалось в стекло. Мое сердце остановилось, отдышалось немного и снова пошло. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло, мое сердце остановилось, мое сердце замерло. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло, мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Итак, всем привет, дорогие друзья. Начинаем последний стрим перед вырыванием зуба. Я обещал, что он будет полноценным, насыщенным и таким многоступенчатым. Но, знаете ли, настроение абсолютно не такое. Я вот уже чувствую, как меня эти три дня игра душит, но будем надеяться, что я ее смогу пройти. Я подумал, а что будет, если я просто попробую выжить в течение трех дней? Ну, то есть не собрать плот, а выжить в течение трех дней. Вдруг будет альтернативная концовка какая-то такая своеобразная, знаете ли, может быть, типа bad ending, и этого будет достаточно. Так, сейчас я вебочку поправлю. Вдруг этого будет более чем достаточно. Вы же не знаете? Я не знаю, например. Таймер. Да таймер пока я ж не запустил ничего. Чё таймер-то не запущено? Так, ну ладно. Так, хроно, поехали. Давайте попробуем. Так. Ломаем один камень.
вторую. И снова пришло время для важного объявления на нашем стриме. У нас новая подписка. Спасибо большое за новую подписку, Кативич. 19 месяцев? Офигеть, очень много. Очень много. Сколько часов планируешь сегодня? Посмотрим. Так, для начала нам нужно что? Нам нужна лопата. И песок. И песок. Блин, я так много зафейлил уже времени. Так, спир. Есть охота. Охота a little bit of поесть. Давайте запустим. Третья бутылка, четвертая. Ой, я горю. Ой, я тону. Нормально все с водой у меня. Подгорел немножко. Но вроде все в рамках адекватного. Так, собаки, пожалуйста. Ну, все, я сдох. Я не заметил, что у меня опять... Так, псы, пожалуйста! Так, я сейчас по жопе дам обоим. Ломаем. Don't Starve на минималках типа того, да. Типа Don't Starve. Так, вот это дерево. Вот это спир для убийства. Все, можно вернуться. Фаерстартер сделаем. Вот так, сюда, сюда, сюда и сюда. Яйца. Еще немножко еды. А успею ли я? Посмотрим.
Все, я зажег. Чуть-чуть подожгли дерево, ничего страшного. Блин, хочу чуть-чуть одно убить хотя бы. Это даст мне экспы. Закончится. Блять, ну собаки, я вас очень прошу, ну сколько можно? Виф, 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 виф. Совсем уже с ума посходили там. Немножко хочется пить, да? Так, вот тут немножко экспы мы ловим. Ладно, можно апнуться, так и быть. Так, курицу убить. Что это такое вообще? Что это, блядь, такое? Ладно. Пустая бутылка, пустая бутылка, пустая бутылка. Филин Вик. Сейчас мы будем что-то с этим делать. Вот пусть все готовится пока. Все, я поел, я попил. Теперь что? Теперь камень. Вот так раз. Наступает ночь, да, опять. Окей. Флаг мы сделали. Только флаг, к сожалению, удалось пока сделать. Ну, пожалуйста. Блин, вот бы дерево выросло. Мне с этим Strange Skull делать? Еще рыбу надо поймать.
Блин, сколько мы их сейчас убили? Прям нормально покалечили. Так, у меня опять отключился монитор, нет, все включился. Так. У меня сейчас закончится это, но надеюсь, что день начнется. Да нет, не начнется, блядь. Фух. У меня хелс почти нет. Минерал. Все, восстановили ХП. Стикс плюс эта штука. Стикс плюс эта штука. Так, окей, нужно немного кур убить. Очень нужно поесть. Все равно по времени не особо успеваю. Может, дальше будет лучше, кто знает. Так, все, мы наелись, мы напились. На что? У нас где-то там флор декинг еще один нужен такой же. Даб нет, тут максимальное напряжение идет сейчас. Флордекинг нужно теперь нам убить рыбу большую. Где моя это? Где моя? Где моя эта штука? Блять, где? Где мое копье? Мне нужно копье. Ой, блядь, очень хочется пить.
камень, камень. Сетью могу ловить рыбу. Да, это правда. Вот здесь где-то оставлю. Вдруг будет ловиться. Вдруг будет ловиться. Блин, курица подгорела. Так. Еще больше деревьев. Так, 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 так. Нет, не флор декинг нас интересует. Сайдборд. Нам нужно две сайдборда, насколько я помню. О, копье берем. Почему она сломалась? Почему она сломалась? Копье-то почему сломалось? Очень пить хочется опять. А, стоп, у нас уже есть две таких штуки, нам нужно соединить. Теперь нам нужно клей, короче, добывать. Чтобы добывать клей, посмотрим. Тут не умерла, да? Акула, очень жаль. Очень жаль, что акула не умерла. Так. Куча ягод. Куча джема. Скоро захочется пить. Опять сломалась. Не могу понять, почему ломается эта штука. Нужно реально найти рыбу и убить ее. Спир крафтится в колье, а я не хочу, чтобы она крафтилась в колье. Колье не круто. О, нашел акулу. Давай, 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 давай. Отлично. Сейчас сдохну. Надо срочно к воде. Фишмит нам не очень нужно, хотя можно и взять. Фишскилл, фишмит.
нравится, да. Опять хочется пить. И есть. Так. Я рыбу еще брал, нам. Так, мне нужно еще одна фиш скилл. Еще два даже желательно. Осталось найти еще одну акулу. Ты всех истребил? Не, я убил только одну. Должна быть точно еще как минимум одна. Я нашел, но она куда-то уплыла. Так, уже опять хочется пить. С едой пока нормально. Нашел. Ну почему она уплывает от меня специально, что ли? Все, убил. Прошли.
время. Извините, что был немного неразговорчивым. Вы не представляете, насколько сильно у меня сердце билось во время этого. Просто, ну, настолько неудобное управление, вот это все находить. Но мы смогли убить в конце акулы. Я думал, еще чуть-чуть, и будет ночь, и ночь ничего хорошего нам не светила. Все 26 минут. Да, сегодня всего 26 минут на это потратили. Вообще, конечно, мы потратили больше 2 часов. Я даже посмотрю, когда у меня заработает монитор. Так. Три дня. 117 минут. О, отлично, отлично. Можно как раз успеть продать эту игру. Бэкнуть, потому что... Это где? На какой из? Ну, домашняя пусть будет. Пусть будет домашняя. Так. Refund. It's not fun. Submit request. За эту игру 129 рублей отдавать, ну, нельзя. Типа, я считаю, что это недостойный своей цены продукт. Абсолютно. Так, SGG. Отличная игра на один вечер. Не знаю, на чей вечер эта игра отличная. Так. 30 секунд, 100, 200. Легче уж реально в Don't Starve пойти играть. Она хоть 8 мегабайт не весит. Да, она весит 20 мегабайт. Это намного лучше, блядь. Но это дешевле, конечно, на 240 рублей. Но все равно. У них хотя бы есть геймплей. В любой игре, в которую мы играли, ну есть. Ну дай геймплей. Мне номер этого факера, я с ним побазарю. Балабам, ты точно не первый месяц подписываешься. Я знаю, блядь. Я знаю. Ну, спасибо за подписку. А? Нормально. Почти забайтили меня. Так, ну что? Захват экрана. Сейчас. Захват экрана крутим. Star Wars, блядь. О, Dark Forces второй раз не могут выпустить. Так. Что это? Cottage Garden. Один игрок, мультиплеер, локальный мультиплеер, кроссплатформенный мультиплеер, достижение казуальной игры, стратегии. Хорошо, это песок, что ли, блядь? Это что, песочница? Ебать мой хуй. Что это такое, блядь? Так, это море ярких цветов в окружении стен, дорожек и живых изгородей. Вы играете за энергичного садовника, который хочет заполнить растениями каждую клумбу в своем саду. А нехватка места разбудит ваши фантазии. Вы будете придумывать все новые сочетания. Создать яркий и разнообразный сад, используя множество самых разных растений, цветочные горшки и стеклянные колпаки. Не обижайте кошек, они вам еще помогут. Сейчас... Я, кстати, поменяю все инфа на 15-18.
Беру 3 Days. Цель игры. Вы соревнуетесь с другими игроками в искусстве садоводства. Высаживать цветы на две клумбы, заполнив клумбу так, чтобы с ней не осталось пустых мест. Вы получаете за нее очки, меняете ее на новую пустую. Вы получаете очки за все видимые горшки и колпаки. На законченную также можете побеждать игрок, набравший больше всех очков к концу игры. Окей. Никакого насилия. Подойдет для всей семьи. Спокойные партии с друзьями и партии с игроками со всего света за место мировой таблицы лидеров. Быстрые партии в реальном времени. Простое интерактивное обучение. Я не уверен, что она проходится. Я не уверен, что она проходится. Но вообще для одного игрока написано. Ну давайте Cottage Garden купим. Давайте купим. Почему нет? Сейчас. Уберу. Cottage Garden. 175 рублей стоит игра. Почему бы и нет? Мультиплеер, настолка, гонок. Ну, сейчас мы проверим это, эту информацию максимально точно. И тогда будет понятно, рерол или не рерол. Возвращение королю пазлов, вот не уверен. В смысле, там же 129 гривен, это 200 рублей или санкции для украинцев. Смотри, не нужно проецировать реальный курс гривны к рублю или чего-либо еще к рублю, к доллару и так далее на Steam. Издатель, когда закидывают свою игру в Steam, он сам назначает цену, за которую игра будет продаваться в том или ином регионе. Поэтому игра может в одном регионе стоить, ну, типа в Украине, она может стоить 200 гривен, а в России она может стоить 199 рублей, если издатель так захочет. Так, вот я не знаю, что-то происходит, у меня все время экран выключается от этого действия. Ну, не знаю, что ты кладешь, и у меня... Сейчас, я посмотрю, короче. Сейчас, подойду. Так, я принес себе здоровенную миску салата, потому что если это пазлы, в которые, ну, типа, надо играть. Пазлы, в которые надо играть с сюжетом, то тогда я смогу спокойно есть салат, очевидно. Настройки.
игры, в которых ты не можешь регулировать уровень громкости, только включать и выключать его. Так. Туториал. Рейтинговая игра, встаньте в очередь. Локальная игра. Это реролл. Чё тут просто против ботов играешь, Сессионг? Сессионг... Киберспорт. Да. Получается, что так. Кривой захват. Да, это понятно, но... Вот это найс игра. Не то, что... У Мэл Ведьмак. Согласен. Согласен. По рейтингу ты разве не должен набить какой-то рекорд? Там этот же мировой рейтинг. Я должен только локальный побить. Так, next game. Поехали. Mind Dead. У меня от ХПГ скоро будет Mind Dead. Понимаете, если бы была бы задача побить мировой рейтинг, мировой хайскор, это ж с ума сойти, там кто-то по 300 часов играет в любую дресню, чтобы мировой хайскор побить. Или просто какими-то читами обузит. Ебать. Нихуя себе. Tropica Reloaded. Угу. Не песок, есть компания. Да, сейчас будем смотреть. Так. Tropica Reloaded. Что вообще такое? Что есть Tropica Reloaded? Это несколько игр или одна игра? Я просто смотрю, там три тропика. Может, это просто одна игра? Там их три. Окей, сейчас посмотрим. Ребят, очень не хочу в 0-100. Нужен свет крирола. Молю. Просто молю. Мольбы. Будьте услышаны. Приятного аппетита. Спасибо, ребят. Спасибо. Да норм. Не, из всего, что могло упасть на 50 часов и так далее, Тропика это лучший вариант. Я имею в виду сборники там. Сборники плюс что-то, плюс что-то. Я скажу сразу, Букин их не будет. Я думал, к чему это у меня обновление Тропика сегодня? Это знак. Так, у меня есть подозрение.
Да. Это... Я это оставлю, конечно. Я эту игру оставлю у себя. Я даже не буду бэкать, потому что это тропика. Но это рерол. Сейчас я вам покажу, почему. Это отдельные клиенты. Видите, тропика 2, тропика 1. Это отдельные клиенты игровые. Так что... Ну, типа... Проходи все. Не-не-не-не-не. Очевидно, когда это сборник, то это рерол. Сборник, я имею в виду, как-то... Когда это два в одном клиенте игровом, то тогда это проходится. Или пять в одном. В правилах что-то есть по поводу сборников? Ты проходишь, Белка, ты проходишь одну игру. Тебе выпадает одна игра. Если это три игры в одном игровом клиенте, три игры, ну, три части, то это считается одной игрой, потому что ты с одного лаунчера запускаешь. Когда это три разных игровых лаунчера, то это три разных игры. Как ты можешь пройти три разных игры? Понимаешь? Это так не работает. Так не работает. Я считаю, что нужно подтверждение хотя бы одно. Ну, сейчас окей, без проблем. Сейчас я... Попросите Бьорна, я знаю, что он в Диабло играет, но попросите Бьорна... его на секунду зайти в Дискорд. Точно купил то, что нужно. Да, я купил Тропика Reloaded, ну что ты... Я купил Тропика Reloaded. Можешь купить сам и бэкнуть, и посмотреть, сколько игр у тебя установится. Там просто еще рядом трилогия была. Ща куплю. Купи Reloaded и посмотри. В героях третьих один лаунчер и одна игра. Просто все компании в одном. Ну да. Тогда нужно попробовать для игры вроде Bioshock, где с оригинальным Steam клиентом игры поставится допиленная версия. Сейчас. Вы попросили Бьорна зайти в Дискорд? Если он... Я попрошу еще Мэла, если он доступен. Но он вряд ли доступен. Ласка есть. Ну, можете и ласку. Но просто Ласка еще сам не сталкивался. Конечно, хранитель правил в этом плане сейчас у нас Мел. Мел взял на себя ответственность хранителя правил быть. Так, я сейчас найду. Попробую найти Мела. Три игры, игра плюс дополнение, плюс Тропика 2, рерол легитимен. Вот модератор говорит. Модератор, хранитель документа говорит, глаголит, так сказать. Так, коттедж. Коттедж Гартен. Кстати, купил Циву вчера вечером, разбирался. Нихуя не понял, так и не знаю, зачем купил ее. Но бэкнуть уже нельзя. Слишком много разбирал. А, не, я 58 минут разбирался. Можно бэкнуть еще. Так. Не, ну давайте я подожду. Я подожду минут 5-10. Может быть, Мел ответит. Может, Мел зайдет. Зайдите на даптрек. Можете музыку пока. Музончик свой. Музончик шальной поставить на даптрекче. Вот. Если... мне подтвердят возможность рерол, то я рерольну просто.
Легитимно ли при голосовании за плюс-минус игру то, что у Ласки голос Сабы идет за 10? Ну, вообще, не совсем. Не знаю, мы не прописывали это правило. А как можно пройти тропик? Пройди все три и засчитай три. Нет, это нечестно. На каждую игру должен быть отдельный ролл колеса. Ну, то есть мы это не обсуждали, то есть это не вне закона, но просто... Это не вне закона. Но мы это не обсуждали. Вообще это странно. Типа, почему? Почему голос Саба за 10 считается? Не специально для ХП гименял, на сигнал на машину доехать так считает и оставил, понял. Даптрек-то включи. Включил. Жду кого-то в Дискорде на пару минут буквально. Но, видимо, никто не зайдет, и будем просто реролить. Ласка в Дискорд зашел? Не, не заходил. Ласка ни в какой Дискорд не заходил. Что кушаешь? Салатик. Огурцы, моцарелла, бальзамический соус, руккола, маш, салат, лук красный. А? Чиа и... сухарики. Ладно, я зашел в кооп. Пусть зайдет. Здорово. Привет, Богдан. Как твои дела? Да нормас. Все хорошо вроде. Вот это по Фредди покажу, все хорошо, отлично. Слушай, короче, из-за того, что никого другого нет, ну как бы нет Мел, который хранитель правил сейчас взял на себя браздоправление. Да? Он делал? Да, он взял на себя браздоправление по хранителю правил, поэтому если меня нет, идти к нему надо. Но его сейчас нет, потому что у него выходной. Поэтому мне нужно одобрение одного из участников ХПГ на рерол игры. Короче, мне выпала тропика, которая три в одном. И это три разных клиента игровых. Ну, я такой реролю. Стоп, подожди, я думал, ты сейчас будешь говорить про то, что я... ладно. Стоп, подожди, чё, тропика? Я ничего мне не понял. Выпала тропика Reloaded. Это сборник три в одном. Но три в одном не в одном клиенте игровом, то есть где типа три, ты запускаешь лаунчер, и там три игры внутри. А это три отдельных игры с тремя разными лаунчерами. Такое реролится же. Да? Да хуй знает, мне просто пока что не выпадало этого дерьма. Паков игр. Ну вообще это, ну хорошо, тогда я рассказываю для тебя. Это реролится. Вот если в одном лаунчере, если в одном лаунчере, то тогда не реролится. Если в трех разных там или в нескольких разных, то тогда реролится. А по поводу твоего голосования, а что ты там, ну типа ты как-то по особенному голосованию ставил или что? Тогда у меня стоял типа голос Саба за 10. Ну смотри, ну у тебя проголосовало как, за плюс или минус игру? Ну, за минус игру. Ну я на самом деле пересоздал голосование, и там все равно минус игра. Я понял. Ну короче, в целом это правилами не запрещено, но если все делают как один сап, ансап, один голос, то лучше делать так же. Вот. Ну, я просто чтобы не было разных голосов. Чтобы поощрять сабов такой темы. Да не, я понимаю прекрасно, но просто чтобы не было... Ну, знаешь, разных голосований, типа, я поэтому и просил всех там пользоваться одной прогой для ролла колеса и так далее, чтобы все это было максимально честно относительно других стримов и, типа, участников ХПГ, вот, вот и все. Объясни еще раз про тропика. Сейчас, подожди.
Типа, короче, тебе выпала игра, короче, и там три лаунчера. То да, есть, да, то есть это первые три части. Это первые три части, то есть это три отдельных игры. Три угу, отдельных игры. Три отдельных игры. Ну, соответственно... Может, как... может тебе... Слушай, можете выбрать просто одну тропику и пройти ее? Ну, это не одну совсем часть. Честно. Ну, как это я могу выбрать? Если там три лаунчера. Ну, три лаунчера, может, ты можешь, почему? Ты можешь колесом покрутить, короче, часть. Мне кажется, было бы прикольно. Ну, нет, у нас, когда Меллу выпадало, типа, пак 2 в одном или что-то такое, типа, с двумя разными лаунчерами, он это реролил. Да? Да, ну если был прецедент уже у Мэла, то... Уже так, был и неоднократно. Ну все, я понял тогда. Все, давай. Мог бы тогда и не спрашивать, раз у Мэла такая хуйня не, уже была. Не, ну мне сказали, нужно, типа, нужно беседа с одним из участников ХПГ, и я провел беседу. Ну, хорошо, что давай, можно не было. Давай, давай, хорошо прохожди, хорошего рерола тебе. Спасибо. Ой, хорошего рерола, было бы неплохо, да, все. Подтвердил. Подтвердил. Бьерну выпадал бандл какой-то, он тоже реролил. Ему выпадал бандл 6 в одном, но типа там одна из игр вообще была непроходимой, и там не было нужного разработчика. Типа, он по разрабу искал. А там не было игры от разраба. Так. Но это по сути, это же по сути бандл, реролить такое дерьмо, главное не спутать потом с обычным тропикой, чтобы не реролить. Ну это понятно. То есть если бы мне выпала просто тропика 1, или там тропика 2, тропика 3, то я бы с удовольствием, вот не поверите, ну ладно, поверите, я бы с удовольствием бы прошел тропика. Алло, ласка, я рероль не могу говорить, пока. А Богдан закончил уже Фредди Фиш? Он его прям быстро прошел. Нет. Не-не, я вижу, да, еще не закончил. Еще надо ему какое-то время. Так. Ладно, Дабтрекич нас не догонит, конечно, это круто, но нужно ж Дабтрекич выключить во время ролла. Давайте ролим еще одну игру. А жаль, я бы с удовольствием поиграл в Тропика, конечно. Амон, Мистер Массаж, Джейлбрейк, Локдаун. Run, Zombie Food. Ничего из того, что я знаю. Ничего из того, что я знаю. Так, и мне Marvin's Mitten. Marvin's Mitten. Один игрок, приключения казуальной игры инди. 70 из 100. Ух ты. Ух ты, 70 из 100. Прикольно. Давайте зайдем на этот HLTB. 2 часа main story, 2 часа 50 минут average. 3 часа main плюс экстра. Прикольно. Main плюс экстра 2 часа, main story 3 часа. Ну, наверное, наоборот просто. Так. Дорогой Иван, приветствую. Скажи, сколько ваше ХПГ будет длиться? Пока не закончится. Очевидно. Так, давайте посмотрим, что это за игра вообще. Под мое чавканье, само собой. Детский платформер. Надеюсь, что детей разраб любит. Marvin's Mitten. Через Greenlight. Главное, что меня очень сильно любил, ну. Так, заходим, покупаем.
Пожалуйста. Так, включаю я даб-трек пока дальше. Ну, слушайте, оценка 70 из 100 — это хороший показатель, я считаю. Я считаю, что 70 из 100 — это реально хорошо. А ты думал, что после ХПВ все потеряет смысл, больше стримить не захочется, ведь все остальное будет тленно? Да не, почему? Будут игры какие-то, надеюсь. Ну, типа, и вот мы сейчас играем там в Тропиков, Цивку, еще что-то. Так что я думаю, все будет хорошо. После ХПГ хочу позадрачивать мафию, найти оригинальную непатченную версию и поиграть в нее. Марвин Смиттенс, кстати, есть ли он на русском языке? Нет, на русском нет. Игра довольно простая, не требует слишком много думать. Но черт возьми, что-то в ней есть такое, что заставляет бегать по карте из-за зеленого чувака в поисках варежки. Потрясающая музыка позволяет хорошо расслабиться. Суть игры проста. Наша задача — найти пропавшие варежки. Ведем исследование локации, пока мама не позовет нас домой. Во сне наш герой вспоминает события прошедшего дня. Если вы хотите расслабиться и забыться на часик или два, то эта игра вам подойдет. Прикольно. Безусловная рекомендация. Очень милый платформер с добрым и трогательным сюжетом, полным отсутствием врагов, очень красивыми локациями и великолепной без преувеличения музыкой, которая навсегда войдет в мой личный плейлист. Бегаем, прыгаем, собираем снежинки. Вроде простая, но есть в ней что-то волшебное. Санки, верните мои санки и детство, и варежки еще, пожалуйста. 10 из 10. Отличная игра. Хороший платформер, выполненный в стиле акварельного рисунка, и в достоинство еще можно добавить хороший саундтрек. Прикольно. Купленные отзывы. Да нет, тут люди по 4 часа, по 7 часов наиграли, по 3, так что... Я бы не сказал, что... Ну, отзывы у игры реально очень положительные. Очень положительные. Так, ладно. Заканчиваем немного с даб-треком. Спасибо за два трека, которые мы послушали. Окей. Марвин Смиттенс. Где он там? Устанавливается. Так. Breakfall. Захват игры. Интересно, экранчик будет побольше. Так, таймер. Так, что происходит? Варежку, реально, бля. Это кролик спиздил варежку. My mitten. Oh well. И вторую варежку кто-то сейчас спиздит. Не, вторая варежка просто. Should we go look for it? Okay, let's go. Так, следующим днем. Так, сейчас. О, можно на этом поиграть. Кайф. Full screen, да, пожалуй. Пожалуй, full screen запущу.
А, нет, не запущу. Он не расширил мне экран вообще, он типа просто стал в полуокне таком. Я... И еще сломал мне вебку. Потише чуток сделаем, сейчас потише. Сейчас Control Sketches. Где музыка-то? Куда она пропала? Блин, не понимаю, реально игры, в которых не настраивается звук. Так, еще раз controls. Slide, jump, map, interact, menu. Да музыка-то пропала. Что хочет этот ёжик? Если что творим? Хорошо, что от нас требуется. Хап, хип, хап. Оу, наебнулись. Хотя ладно, мы, видимо, тут умереть не можем. Да почему? Детский платформер, так сказать, слишком... хардкорно для меня. Игру под вебкой и не написал, да? Да, не написал. Сейчас напишу. Марвин Смиттенс. Так, видимо, сюда дальше нам все равно. Хи-ха. Как же я запрыгнул? Нет, так. Непонятно. Ага. Сейчас бы снова в Пинкмана, а не в это, да? Нет. Опа, мой снеговичок, привет. Так, вопрос... Ну, понятно. Вопрос отпадает. Я думал, есть ли смысл вообще по этим деревьям прыгать, типа... Или смысла никакого? Нет. Оказывается, есть небольшой... О! Это кусок. Это кусок моей варежки, нет? Нет. Видимо, раз нажать не могу, значит нет. А, это типа... Это не квестовые персонажи, это просто... Просто ёжик или еще что-то. Чатик, давайте покрутим колесо, а? Диджей Пупс 86, спасибо большое за донут.
Спасибо за 150 рублей. Предлагает человек покрутить колесо. Я, в принципе, не против покрутить колесо. Так, Rolling Drifts. О, лисичка. Лисичка-сестричка. Эльф-кэмп. Ого, лагерь эльфов. Нет, Хакс, нет, нет колеса, я согласен. Че они хотят, че они там переговариваются? Алло? I'm gonna go find all our mittens. Ага, они согласны мне помочь с поиском. All right. Ага. Ага, дабл джамп у меня теперь есть. Эльфы наградили меня силой. I have the power. Эх, чуть-чуть не достаю. Странно, я вроде все снежинки собрал, ну ладно. Так, тут саночки должны быть. Нет. Саночек тут нет. Угу. Сюда мне еще рано, видимо. Что, окажется, что это зеленый фонарь. О, Филд Гудман. Бля, меня домой зовут уже. Санки в прошлых локах были, понял. Бля, я уж подумал, это Country Road, нахуй, ничего себе. Почти, почти Country Road. Почти Country Road. Санки на дереве висели, второй кран, первое дерево. Ага, все, теперь есть смысл собирать эту штуку. Вторых снежинок, к сожалению. Yeah.
пропустил? Пропустил санки? Серьезно? Как я мог пропустить санки? Не, не санки, а снежинку. А, так снежинка-то какая разница? Мне бы санки. Мне вот сказали, что на втором экране есть снежинки, но я их пока не видел. Извините, в этой игре нельзя... Играя в эту игру, нельзя ругаться. Ах, черт! Черт побери! Все, на время этой игры я запрещаю всем ругаться матом. Запрещаю. Мат... эмбарго на мат. Эмбарго на мат в чате. Да, вот что-то типа твоей дивизии не запрещено. Египетская сила, да, да. Все, я придумал. В следующий раз, когда мы будем выбирать, что смотреть, мы будем смотреть не Букиных, мы будем смотреть Ворониных. С Леони там. Ага, все, нашел санки, да. Все на Б. All right. Короче, нам в любом случае надо собирать много снежинок, потому что так или иначе они нам помогают взлетать выше. Ну, то есть, как бы... И я предполагаю, что там будет в дальнейшем достаточно локаций, на которых надо будет... На которые надо будет взбираться именно. Именно взбираться. Блин, ну опять я... Перерисовал птичку. Может, санками снеговика сбить? Может быть. Слушайте, ну я не знаю. Ну, то есть, как бы... Не знаю, как смотрится, но игра балдёж. Ну, типа, сидишь, балдеешься, собираешь снежинки. Миленько. По-доброму. Епи! 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 Да, это епи. 60-69 хум 7-21. Ага. Yes! Бивис и Батхед для меня никогда не был сериалом детства. Я в детстве тупел от него. Ну, то есть, типа, я реально смотрел и не понимал, что в нем смешного. Поэтому я как бы не могу быть ценителем этого сериала. Не успели. Лисичку не успели. Да как так? Ну вот так. Епи!
Ай, блин, ну не забрал, ну ладно. Может, Шаман Кинга, мы как-то пытались, я не знаю, что-то в сознательном возрасте он зашел уже не так. As for me. Хоть опенинг все еще такой же балдежный. Но как-то. Смотреть стало достаточно с трудом. О, не проснулись. Давайте. Фигач, правильно. Может, South Park? Так, hi, Marina, let me give you some cacao. Cacao, 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 cacao. Alright, have fun. Thank you, thank you. Что у нас тут? Это просто маленький переход, такой быстрый. Fast travel. Fast travel, понял. Оу! Ух ты, вы видели это? Теперь все понятно. Ого. О, мы по... Вы поняли, мы по облакам прыгаем, жесть. Мы прыгаем по облакам, на самым настоящим облакам. Ничего нет. Так, сюда мы еще не можем. Выжить за 3 дня прошли, да, на удивление, сегодня прям быстро. Со второго трая, по-моему. Со второго трая смогли пройти. Игра про тот, про то, как маленький мальчик гуляет среди обломков и опасный. Так это вроде его сон же. Ha!
что-нибудь, да? Обязательно. Marvin, time to come in. Не хочу. Okay, mom. Ну нет, мам, не хочу. Я не хочу идти спать. Country road, take me home. Как тут на фастычах можно прям через полкарты проскакать. Пойдемте изучать следующие локации. Нет, я сорвался, блин. Извините, я забыл, что я не ругаюсь во время этой игры. Да что? Как так? Как так вышло? А, не все правильно. Ой, там домик. Это наш дом. Это наш дом там вдалеке, я уверен. Так, там допрыгнем пока. Alright. Так, зачем нам эта штука? Подзарядка кофе. Да. Какао, точнее. О, перерисовали рысь. Какая милая рысь. Ах, совушку-то не заметили мы. Все скандировали русский вперед, их не болели, когда начал скандировать Казахстан Алган, не дали тайм-аут, хотя версия песни была не ровно.
Потому что версия песни нейронка, это не значит, что можно кричать что-то. Это как раз значит, что нужно избежать абсолютно любых политических восклицаний. Где копать будем? Вижу. Стопори-папа. Скипери-папа. Страшно. Хотя есть не русские, кстати, нет, нет, все русские ребята. Не уверен, что нам сюда вообще. Точнее, не уверен, что нам нужно быть здесь. В целом. Это просто бонусный левел. Для этих, для снежинок.
Ну, мне так кажется, но я не уверен. Зовсе не может успокоиться. Хотя, если тут нет возврата, возможно, все правильно. Это не политика, а история. Хорошо, дайте казаху бан за историю минут на 30. Пусть повспоминает историю еще. И сидит, отдохнет. Кому? 0777. Эта штука до конца экрана. Вот в чем вопрос. Судя по всему, доведет. Snow Elf City. Да, вот мы дальше уже. Ну, уже темно, нас сейчас мама позовет спать. Интересно, а как он в подземельях услышит, что его мама зовет домой? Или это, типа, самый громкий звук, там звук взрывающейся атомной бомбы, и топ-1 крик мам, которая требует тебя вернуться домой? Блин, чат, ну соглашусь, что очень миленько. Ох, ебать, в буровую. Ой, опять я рубился. Ох, черт возьми, в буровую. Не могу не ругаться, представляете? Бури фак. Пожилой буровоз. О, дрил машин 13 из 13. Смотрите, прям так, я просто хочу какао попить. Ах.
одна из лучших игр на ХПК среди всех стримеров так-то. Да, но, знаешь, мне вот собачка больше понравилась, которая болела. Не знаю, смотрел ли ты. Но собачка была прям супер милая. Тоже платформер такой. Как я его назвал, букварь платформеров. Собачка криповенько немного выглядела. Да нет. Ну, она там такая была со своей изюминкой. Три, два, один. Джамп. Сейчас на санях прокатимся. Блин, он опять уснул, что ли? Блин, чел, вставай! Ты! Шашлык! Интересно, куда этот шорткат будет? Выживача выпало именно. Именно после выживача. Где перчатка на карте? Я предполагаю, что на последней горе. Ну, то есть на следующей локации. Но она, скорее всего, сейчас мама позовет спать. Поэтому нам придется еще какое-то время потратить. Ах ты! Что ж ты? Ах ты! Блин. Ну не хочу. I'm coming. Так, давайте. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia is me mom. Все, побежали на санках. Выкатываемся. Блин, мне всегда казалось, что тут мы сделали тоже проходку, нет? Ну ладно. Каждый раз не из дома бежать. Не знаю, надо будет проверить.
Может быть, ты прав. А может быть, и не прав. Кстати, там DLC вышло в Fallout 76. Там Battle Royale, что ли, вышло? Я так и не понял. Как мне вот сюда попасть? Не понимаю. Там спит чел, который шорткат еще один откроет. Как раз необходимый нам. Да я вроде достаточно высоко падал. Легендарный дробовик. Вранье. Тут даже нет ни одного противника. С чего бы тут быть легендарному дробовику, расскажи-ка мне. Через другой шорткат надо попробовать будет. Эльфы, добряки, ты шо? Снеговик, босс игры, а мать. Мать не враг. Мать твоя защита. И поддержка. Кто поддержит тебя? Думаете засейвиться?
Ну давайте, I'm getting tired. Safe. Back home. А, не-не-не. Не-не-не, back home предлагает мне. Back home я не хочу. Иби! Спать позовет. Не, мы ж в этот раз намного быстрее все делаем. Это реально намного быстрее. Нас мать позовет спать минут через три, я думаю. В этот скользко. Сюда забраться. Раскиленная жопа на английском углу. Эх. Вот там ласки машинят, что якобы ты сказал, что нельзя ставить русификатор. Я никогда такого не говорил. Русификатор можно ставить всегда. Че ж он рыбку Фредди тогда не на Русь, ну не на английском проходила, на русиче. Русик разрешен, конечно, блядь. Че там чат свои правила придумывают? Серьезно? Окей, мам. Окей. Да, давайте, наверное, там попробуем спуститься вниз. Нам же где-то открыли все-таки проход. Дерево, ну, можно из дерева попробовать, конечно, но я думал. Okay.
Я думал вообще через другую локацию выйти. Это моя эпопея с зубами. Пока еще ничего не делали. Завтра в 2 часа. Где операция? Операция. Через другую лапу проход. Еще раз, зачем вы продолжаете ко мне приходить? Я говорю, нет, нет, нет запрета на... На Русике запрета нет. Да, тут для саней все сделано. Блин, да... Ух! Как же я не могу без мат-то жить? Черт возьми. Так, там где-то мне могут еще сделать шорткат, если вы видели. То есть тут вся игра строится на том, что ты должен открыть все шорткаты и просто по уровням прыгать за секунды. Теоретически, если выпадет игра на украинском, будешь русик ставить или на мове. Но назови мне любую игру, в которой есть украинский, но нет русика. Одну. Там надо на развилке пойти не в сторону дома, а в обратную, чтобы построить путь без захода в подземелье. На развилке. Yeah.
давайте еще попрыгнем. Выше на фуникулёре, если б я поехал, там просто собираешь снежинки и всё. Мы уже определили это. Пойти вот сюда направо. Блин, успей бы шорткатик открыть. Ругнулся тебя, сотка. Не, на сотке не согласен. Драфти флэтс, вот, цена. По-хорошему, куда-то сюда нужно. Где спящий чили-босс? Если скачу на игре детства, выполни работающая игра. Он еще раз ролит игру детства, да, еще игра ролит игру детства. Опа.
прогресса там. Обалдёж. Сейчас упадем. Время падать. Не, супер, супер. Сейчас мать будет звать уже. Единственное, что я не понимаю, реально, где спящий чилибос? Я его почти нашел. Сюда я должен был врезаться. Но не врезался. Вследствие чего нам еще раз нужно по буру пройти. Ох. Еще побурить немного. Так, ладно, пока я лечу, я отойду. Вызывают в Дискорд, сейчас зайду. Алло. Алло, привет. Привет. Слушай, мне выпала какая-то хуйня, какой-то квест так. По Жюль Верну. И она не запускается вообще, эта игра. Я все сделал, там совместимость поставил, всякое говно. Она крашится постоянно. Ну, рероль. С игрой детства просто рероль. Найс, найс. Спасибо, Факер. Этого я и ждал. Не за что. Руки помыл, да. А очень удобно писать враг, ну как бы и руки мыть сразу. Что гавкает? Что гавкает? Что гавкает?
Белла очень любит, когда, типа, она возле еды, она не любит никого, кроме себя, а? Без вылечили, но анализы сдали. Завтра должны сказать, что и как. Ласка доволен. Блин, вот почему, когда у меня, когда, как бы это сказать, последняя игра детства, которая работала по старым правилам, да ёпта, выпала у меня. Последняя игра детства по старым правилам. Особо ни о чем не говорит. Doom 3 вроде 3 часа проходит, кстати. Может детства, вот сейчас игры детства, они реально крутые теперь. Ну, потому что 2000-2007 год, и с большей долей вероятности реально выпадет какое-то говно. Потому что игра детства у него раньше, чем косичка от Мэла. Вот когда он Doom пройдет, тогда он должен ролить с косичкой. Но только тогда. Так, нет, это я уже далеко ухожу. Главное, что мы теперь проедемся быстро. Блин, ну она реально поет Country Roads. Ну она реально поет Country Roads.
Нужно, чтобы на следующий выбор шейха заказали чудо-рычу. Ну, обычно шейхи спасают ситуацию и заказывают нормальную игру. Ну, потому что говна и так достаточно выпадает много. На этом ХПК посмотреть, как стример проходит балдежную игру, это намного приятнее. Пойдем в эту сторону. А, ну тут просто этот. Сможем мы долететь дальше? Вот в чем вопрос. Нам надо снежинки собирать. Так, ну сюда точно нет. Ай, ну вы посмотрите, просто реально вот пару снежинок не хватает. Может, всего хватает? Сразу подпрыгивать тоже не вариант. Нужно еще снежинки искать. К сожалению. Хочу к снеговичку, он там что-то рисует. Капец, а что тут снеговики делают? Что за секта снеговиков? Все, я понял. Переписали белочку. Какая милая белочка. Так, может быть, теперь будет хватать. Посмотрим сейчас. Ну, вроде так немало собрали снежинок. Thank you.
такие ученые, да, это правда. Посмотрим, сможем ли мы тут забрать эту звездочку. Все равно не дотягиваемся, посмотрите. Ну ладно. Давайте еще раз попробуем. Может быть, до того места нам меньше, чем до звезды. Если нет, то будем снежинки собирать, чё? Вообще предполагаю, что нам наверх. Так. Давай, иди дальше. В следующую локацию. Yeah. Видимо, следующая локация как раз влево. Зря дней потратил. Поясни, Волдост. По-моему, мы поиграли, ну, во много плохих игр, но было и много хороших игр, я считаю. Которые, если бы не этот ивент, мы бы никогда в них не поиграли. Богдан на Doom 3 ставит читы какие? Thank you.
Русский язык. Это чит, понятно. Ну какие читы, вы мне скажите? Вы мне скажите, какие читы ставят разрешение фиксинга? Это не запрещено. Если ничего не влияет на геймплей. Сейчас мамка спать позовет. Ну, мам, ну сколько можно уже? Окей, мам. Ну сколько можно? Прошел эквалайзер. Да, заходите в док, там все написано. Пришел жаловаться Факер. На что? На что? Нет абсолютно никакой проблемы, если Ласка пытается просто разрешение экрана поменять. Никакой абсолютно проблемы нет. Такое делает. Ну что он делает, вы расскажите. Уже на последнее это решили, типа, даже эльфов далеко не уводить, типа, ну и пофиг. Угу. Потому что уже близко к концу игра. Ничего не делать, просто разрешение нормально хочет. Я не знаю, он старается для вас, а вы мошнить на него зачем? Багдурик для вас старается. Хочу находить и накодить, но занять с удобным модом. Пока что мне лезть каждый раз неудобный долг, не лень. Ну, спасибо за... Я даже не знаю за что. Спасибо за то, что рассказал, что можешь это сделать, если бы не было лень. Где наша перчаточка? Варежка, точнее. Хочу найти варежку. Я не смотрел, что Богдан на ДГД игры не очень. Нет, там Doom 3, и типа он просто хочет установить нормальное разрешение, а чат на него машинит. Ну, а чат типа шуточно машинит. Вдруг Факер мне задонатит. Нет, мы... Префайром никому не донатим, сори. Ни хр... Офигеть, эльф, ну ты даешь. Yeah.
Ой. Серьезно? На санк? Я же забыл, что тут по облакам можно скакать. Давайте попробуем на санках, что тут предлагают скатиться. И что дальше? Ага. То есть тут двойной скат типа идет. Ну почти, почти, почти дошли до вершины. Давай, давай, просыпайся. Епа-па-па-та. Игра стоит своих денег. Это 100%. Это 100% стоит. Это милый детский платформер. Абсолютно не напрягающий. Вот в такие. Вот в такие платформеры я готов играть очень-очень много. Потому что, ну. Я люблю получать эстетическое удовольствие от игры. Вот от этой игры можно получить эстетическое удовольствие, просто залипая в нее. Можно ли получить эстетическое удовольствие от Dimension Jump? Едва ли. Можно ли получить удовольствие от занятых шаров? Нет, от шаров удовольствие нельзя получить. Мы и не получали. Не факапят он.
мам, да, да вот почему я тут не залетаю? Ладно, тут все. Тут маму сейчас домой уже будет звать. Походу это последнее. Ага. А сейчас окажется, что сюда еще выше надо, да, еще больше снежинок. Угу. Да, походу тут еще надо. Больше снежинок сколько у нас? 0,38, 27, 36. Вот дома мало мы собрали. Rolling Drifts. Интересно, а хватит ли нам трех? Музыка максимально приятная, согласен. Побольше. А, давайте подождем, пока мама позовет спать. Ты пропускаешь снежинки, ну конечно. Даже мы упадем. Как я пропустил одну снежинку здесь. Ей! Где-то тут был проход в Rock Bottom. Или он был в следующей локации, что-то я подзабыл. Да, он вроде в следующей локации был. Ха! У вас
дурацкий вопрос. Готов ему ответить на него. Тогда окей. Ласки опять пришел. Тебе нравится игра? Мне игра нравится через тыся. Без мягкого знака. ДС. Да нет ласки в ДСе. Ладно, пойдем домой. Да, ляжем спать. Даже не уходил, хожу туда-сюда. Так, давайте посмотрим, куда мы тут... Можем ли мы куда-то тут вообще залезть? Тут 7 из 21 показывает. Ипи! Зверушки тут, это правда, себя показывают, сидят. Все, которых мы перерисовали. Все зверушки на месте. Все, покатились. Что за лаги? В случае, мне кажется, нам будет достаточно сейчас снежинок. Есть у меня такое ощущение. Накопить надо. Есть инфа? Нет, инфы никакой нет, но просто была инфа о том, что чем больше снежинок, тем выше ты прыгаешь. А сколько там надо накопить, непонятно. Но
Вот тут нам не очень много. Вот, теперь хватает. Все, нам чуть-чуть не хватало, чтобы запрыгнуть. То есть, по ощущениям, был там, ну, штучек 15-20. Теперь хватает. Дайте варежку. А, это даже непонятно что. И локации типа даже нет. Где там ласка пользуется читаем? Ну что? Ну чат, ну успокойтесь. Лисичка, а ну отдай мою перчатку. Ей, мы нашли ее. Ты зачем украл ее? А, им холодно. Понятненько. Мы можем отдать обе варежки. Ну да, отхватило одной. Блин, милота какая. Блин, супер игрушка. Не знаю, прям вообще кайф. Время. Не, очень приятно, когда такие милые игрушки выпадают, согласитесь. Всего лишь защищала своих детей, хотела, чтобы они были в тепле. Yeah! Да, это тоже игра вот типа на 7-7. Woohoo!
титры в углу, да, я в курсе. И вот мы вернулись как раз к нам. Не, эта игра вот где-то на 7,5. Эта игра где-то на 7,5, мне кажется. Вот пока это... Я сейчас посмотрю, что у меня там. У меня собачка, которую вот я в пятерку. Собачка Мимпи 7,2 из 10. Но это, блин, ну это 7,5 где-то, 7,5 реально. То есть это пока самая клёвая, самая милая игрушка из тех, в которые мы играли, мне кажется. Не знаю, согласны вы со мной или нет, но... Я реально от неё прибалдел. Выглядела как игра для... Ну и, собственно, да. За выражение своего достаточно посредственного мнения вы получаете бан. Вам бан, здравствуйте. Здравствуйте, вам бан. Так. Захват экрана. Давай, экран, захватывайся. Еще одну игру за ролем. Сломался что? Захват экрана. Ой, сейчас сек. Все, появился. Окей, так, я обнуляю таймер. И крутим следующую игру. Опять не знаю ни одной названий из этих всех 16 игр. И нам выпадает Хузер Санта. Блин, сексуальный контент нагота, приключения инди. Сейчас хорошо, я без экрана посмотрю. Блин, сексуальный контент. Сейчас я хочу посмотреть. Ой, нет, такое точно нельзя нам проходить. Так, хотите немного новогодних чудес? У нас есть история прекрасная. Сейчас. Прекрасная, как Рождество в июле. Ваша психика достаточно крепкая. Игра головоломка определенно сломает вам пару извилин. Игра тест на больную фантазию. Если вы пройдете с первого раза, задумайтесь. Все ли с вами в порядке? Игра, после которой вам понадобится 5 лет усиленной психотерапии. Нам, кстати, тоже не говорите, потому что вас не предупреждали. У вас есть друзья, сломайте им мозг. У вас есть враги, сломайте им мозг. У вас есть канал на Ютубе, вы знаете, что делать. Особенности игры. История, которую вы можете забыть только путем стирания памяти. Локации с больной фантазией. Черным юмором и стёбными стереотипами. 4 саундтрека, которые заходят. Хочется отправить в постоянный плейлист коллекционной карточки, ачивки и достижения. А, кстати, после выхода этой игры закрыли Greenlight, но это не точно. Готовы, но удачи, хо-хо. Блин, ну... Дрезвитрю, страстно хочу поиметь особый подарок. Игра ни о чем, 38 часов человек провел. Блин, да мне очень хочется в нее поиграть на sexual content. Просто посмотрите, что тут происходит. Так, я без вас посмотрю. 18+, нет, 18 нельзя. 18 нельзя.
сейчас я посмотрю трейлер просто. Нет, 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 я вот по этому трейлеру я могу точно сказать, что это нельзя стримить. Это нельзя стримить. It was just your imagination. Просто нельзя. Там он забегает в ванну, где большой осьминог, и просто хентай происходит на картинке зацензуренной, но хентай. К сожалению, такое нельзя, блин. Ага. Ну, Пегги 18, блин. Пегги 18. Roll next, давай. Ну я очень хочу, я думаю, следующей неделе все равно стримить не буду, скорее всего, если сегодня отхвачу бан на день, скорее всего, за игру. А что думать, правила же? Правило рерола — это допустимые реролы. Случаи, когда рерол допустимый, это не значит, что стример обязан реролить. Стример может по своему усмотрению, например, пройти японскую JRPG на японском языке, если он сам захочет, но имеет полное право реролить. На день, месяц. Уверен, что на день. А разве за игры на месяц банят? Игра есть запрещенных. Ну давайте. Давайте посмотрим. Так, список запрещенных игр. Список запрещенных игр Twitch. Этой игры даже нет. У тебя уже был бан, нет, у меня не было бана. Сейчас я спрошу Вайтры на всякий случай. Может, он онлайн?
Там нет и никогда не будет полного списка запрещенных. Мел говорит, что бессмысленно проверять список, надо ориентироваться прежде всего на два пункта. Который в начале списка написан официальный рейтинг 18+, и hate speech, нагота и т.д. Hate speech, нагота и т.д. Оно того стоит? Не знаю, мне кажется, да. Мне кажется, игра того стоит. А вы думаете, что нет? Вы думаете, что не стоит? Кстати, возвращайся пока к даб-треку. Игра может и говном оказаться, кроме сцены ебли с щупальцем, но тогда бы у нее не было очень положительных отзывов. 205 отзывов и... сейчас... 88% из 205 обзоров положительные. Ну, типа так не бывает на говёных играх. Её ведь Мел стримил. Мел стримил Who's Your Santa? Мел в нее играл на сабне давнишнем. Давно. А как посмотреть, в какую... где список игр Мела? Чтобы сверить информацию. Сейчас перейду, посмотрю. На странице есть в вашей дуре, давайте посмотрим. $120. Да, у Мало действительно есть эта игра. Да, давайте тогда, ну, если его за это не забанили, то почему должен забанить нас? По отношению к играм правила не изменились с 2017 года, именно к играм. Таких правил не было. Каких правил не было по отношению к играм? Всегда были. Как скажешь, а есть прохождение? Да, есть прохождение. Легче чекнуть, ну как местами чекнуть прохождение этой игры. Просто прокликать.
Так, ну пока ничего такого. В конце каждого уровня Санта что? Санта в этом игры. Что Санта в этом игры? Слушай, на Ютубе есть видос с этой игрой? Не, ну на Ютубе понятно. У Твича немного другие правила, в отличие от Ютуба. Самую малость. Ладно, давайте поиграем по хрен. А вот я потом просто удалю. Мне нужно на русском языке ее запустить. Language русский. Перезапустишь стрим, чтобы вот с игрой про мальчика сохранился. Да, это логично. Давайте стоп-старт сделаю.